оперу вы сейчас ходили? Погромче. На оперу «Любовь к трубопельсинам». А скажите, что вам понравилось, что не понравилось? А как играли солисты? Солисты, ну, вполне профессионально. Так, чтобы не зацепило, такого не было. Ну, вполне так приятно посмотреть на декорации. На для нас чересчур гротескные костюмы. Просто там с фантазией у автора чуть-чуть прихлестнуло. Ну, понятно. Ну, а вам что понравилось, что запомнилось? Я присоединяюсь к своей подруге. Вообще, мы редко бываем в театре. Нам очень понравилось. Само было действие, музыка великолепна. Но тоже несколько я не поняла про прочтение. Больше мне нравится прочтение классическом. А так вообще очень интересно. Вообще, мне очень нравится Владимир Моторин. Очень нравится. И поэтому, как главный герой, именно я на него шла. И нравится. А на каких местах вы сидели? Как вам было видно? Видно было великолепно, зал отличный. Сидели мы в партере на первом ряду. Акустика великолепна, да. Что касается общего восприятия, то есть очень важно. Могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на эту оперу? Ну, вот мне кажется, деткам бы я точно рекомендовала. Здесь много детей. Мне кажется, им просто будет непонятно. Ну, а взрослым любящим такое искусство не в классическом понимании. Можно почему-то. Хорошо, спасибо за